Ayı bu kil bitti. Algaral bitti.
обряд елухка, мазание сажей от огня очага. Обряд елухка, приобщение ребенка или взрослого к семейному очагу, родовому огню знакомства с ним. Проводится со всеми детьми в случае первого приезда. Эбеньки, бүгін олырынты нақсетен мүмет болар. Өтікі жастар бұд, ағаса астастар бұд, әреке-жереке оғылар бұд. Бүгін бейге көлөнеттен көлөнеға саға сибәхи өзге дектәқ бұд. Мәлджи сибәске қалықтақ бұд. Көлөнелер сетіптәрін сайынларан иектәқ бұд. Онда кетерге дүн бұлыр күн көз тұлар бұдым тұрттарық қайын. Уважаемые участники соревнований, вам добывать оленевское серебро непросто. Ведь оленевских тугунков нигде нежнее рыбы не найти. Она вкуснее всяких блюд заморских. И даже если страны обойти, то не найти вкуснее, чем рыба наша. Кучуга и муптун и сим. И серебром здесь Хариус играет. Хвала и честь по смелым рыбакам! Дорогие жители Оленька, дорогие гости, друзья, очень рад сегодня быть сегодня здесь вместе с вами на открытии замечательного праздника День Оленевского Тугунка. Это добрая традиция, которая зародилась совсем недавно. Третий раз отмечается здесь этот праздник. Он на самом деле пришел из давних времен. Люди, которые здесь живут, это мужественные люди. Люди, которые, наверное, в одних из самых суровых условий нашей планеты не только существуют, они развиваются, идут вперед, осваивают новые земли, но при этом бережно несут себе традиции, ценности народов, которые издревле населяли эту благодатную землю. И я признателен своим очень близким для меня людям, оленевским, что они сохраняют эти традиции, развивают их и дарят их, как всегда, своей северной щедростью всей нашей Якутии, всей нашей стране. Огромное вам спасибо, друзья! За большой личный вклад в развитие сельского хозяйства Республики Саха-Якутия вручить благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия Иванову Сергею Васильевичу, главе родовой общины Оленевского района.
Олимпийского национального района. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия и в связи со столетием физкультурного движения Республики Саха-Якутия и Российской Федерации вручить благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия Илларионову Иннокентию Петровичу, заслуженному тренеру Республики Саха-Якутия. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия вручить благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия Клавкиной Татьяне Руслановне, директору общества с ограниченной ответственностью ресурсоснабжающая организация РЛ. За проявленный героизм, мужество, отвагу и возвращающий профессионализм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции вручить благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия Константинову Павлу Васильевичу. Политики Республики Саха-Якутия вручить благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия Молодежному совету муниципального района Оленёвский Эвенкийский национальный район. Поздравление предоставляется председателю постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия Елене Христофоровне Голомарёвой. Менду, дорабаларын, здравствуйте, дорогие мои земляки. 5 лет тому назад в Оленёвской земле наш глава Илдархан Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев подписал стратегию развития 13 арктических улусов. И за эти 5 лет во всех муниципальных образованиях строятся те самые объекты. Это школы, детские сады, дворцы культуры. Ну и важное заседание, которое касалось развития образования в арктических улусах. Это самое главное. Знание – это сила. Знание – это развитие. И все 13 арктических улусов сегодня говорили о своих проблемах. Наш Айсен Сергеевич выдвинул несколько направлений, о которых вы узнаете. Это поддержка учительства, поддержка детей одаренных и, конечно, детей, которые занимаются спортивными достижениями. Сегодня мы преклоняемся реке любимой нашей Оленёк. Очень любим мы свою реку. И есть рыба. Рыба золотая. Рыба необыкновенно вкусная, о которой говорит вся Россия. И этого добилась кто? Глава нашего района Лена Степановна Иванова. Вот 3 года мы брендируем на всю страну нашу рыбу, тугунок. Ну и это говорит еще самое главное, что мы должны беречь красоту и самое главное чистоту нашей реки. Только в чистой реке есть тугунок. Мы об этом тоже знаем.
в этот прекрасный день, когда с нами глава нашей республики Ильдархан Сергеевич Николаев, наш депутат многие годы, и благодаря ему вот мы сегодня занимаемся вопросами республиканского, всероссийского уровня оленёвцы, да? Мы говорим, чтобы все, что задумано в программе нашего Асена Сергеевича, все это реализовывалось. Нашему Асену Сергеевичу, Ильдархану нашей республики, урум! Ивану Александровичу Савинову! Уваставуллах, Асен Сергеевич, уваставуллах, гир бейдулахтарам, уваставуллах, вельдиктар. Бүгін эхегетіне мен идиди кистіңнік нағырделекпін барамын бұл бігеге төрүт бұрағанник бұтынан день с днем оленёвского тугунка. Возьмемся за руки, друзья, в танце мира встанем, друг. В танце солнца делигинча, дружно вместе встанем в круг. Приглашаем всех на эвентийский хоровод делигинча. Чен, 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 чен